Семейной воскресной школе при Даниловом мужском монастыре Москвы в этом году исполняется 120 лет. По случаю юбилейной даты в храме святых отцов семи Вселенских соборов состоялась детская литургия. В чем особенность этого богослужения и чем сегодня живет школа, узнавала Инна Тихонова. На литургию в храм святых отцов семи Вселенских соборов собралось немало преподавателей, детей и их родителей. 120 лет со дня основания семейной воскресной школы – это юбилей лично каждого воспитанника школы. Все они – сопричастники общего светлого дела, продолжающегося на протяжении целого столетия. Мы сердечно, во-первых, поздравляем нашу любимую школу Даниловского монастыря и желаем процветания, долголетия, и чтобы действительно сюда приходило много родителей с детьми. Основной задачей воскресной школы и на первоначальном этапе ее существования и в наши дни является не только церковное просвещение, религиозное образование подростков, но и организация внелитургического общения детей и их родителей. Школа, восстановленная при Даниловом монастыре в 1989 году, стала одной из первых и наиболее многочисленных воскресных школ столицы. Первая и главная цель нашей работы – это помощь в оцерковлении семьи. Да, вот у нас воскресная школа семейная. Мы принимаем, даже в уставе у нас написано, что мы принимаем не ребенка просто, а всю семью. Потому что, как показывает практика, и педагогическая работа, и работа в помощи воцерковления семьи, она наилучшим образом строится, когда идет работа со всей семьей. Так называемая детская литургия к 120-летию школы – это особенное богослужение, которое максимально приближено к детскому восприятию. Учащиеся воскресной школы с огромным удовольствием самостоятельно приготовили храм к службе, пели на клиросе и помогали в алтаре. Это как бы мой второй дом воскресной школы. И я считаю, что нельзя терять с ней связи. Я всячески пытаюсь помочь при возможности и помочь преподавателям, руководителям. Вот. Но это место, где я могу послушать священника, послушать вообще умных людей, повстречаться с своими друзьями. Ну как? Вообще просто быть поближе к духовной жизни. Данилов монастырь Москвы с давних пор был духовным, интеллектуальным и культурным центром столицы. В течение 7 веков своей истории монастырь осуществлял широкую благотворительную и просветительскую деятельность, прививая молодежи исконно русские духовные и нравственные ценности. Возрождение семейной воскресной школы тому яркое подтверждение.